Всем привет! Сегодня вот получил вот такую коробку. Вот это посылка с Москвы, с сайта opticdevice.ru. Nordic называется сайт. Еще раз газету испортили. Так, вот у нас одна коробка и вот вторая. А это накладная на весь товар. Короче, у нас здесь прибор UPS-5 на 16 калибр и комплект приспособлений для UPS-5 под 410 калибр. Это все выкидываем. Итак, первый ящик открываем. Этот набор предназначен для того, чтобы можно было снаряжать самостоятельно патроны 410 калибра, так как отдельного прибора вот такого УПС под 410 калибр нету. И в комплекте вот дополнительно идет вот такая коробка. Далее я сейчас его открою, покажу, что там внутри. Бумажки нам не нужны, это для тех, кто не знает. Инструкция там, как делать все. Ну, кому интересно, можно прочитать. А нам это не нужно. Вот такая вещь. Всем, наверное, знакомая. Он сделан под 16 калибр. Они бывают под 20, 16 и 12 калибры. И вот дополнительные к ним приспособления. Это воронка, чтобы сыпать порох и дробь. Это навойник, чтобы пыжи и прокладки наталкивать туда. И еще в комплекте идут вот они. Насадки, это чтобы выбивать капсуля пластиковые. Не пластиковый, а этот, еврокапсуля типа ЖВО, а это под центробой, кажется. И вот еще одна насадка, это для установки капсулей. И вот еще две детали, это для закрытия патрона звездой, и это вторая матрица, оправка. Эти под 16 калибр приспособления нам не нужны, их убираем в сторону. И вот здесь снимаем вот эту вставку. Сейчас я отвертку найду. Вот, снимаем. Все, кто спрашивает меня, какой инструмент купить под для снаряжения 410 калибра, всех я направляю вот именно вот на этот сайт opticdevice.ru. Nordvik, если написать в гугле, то на первой строке выходит. Вот там заказываются вот эти два прибора. Так, вот это все убираем, который под 16 калибр. Они тоже могут пригодиться когда-нибудь. И инструкцию тоже поставим сюда. Так, этот ящик в сторону. Так, нам нужна вот эта часть основная. Теперь открываем вторую коробку. Здесь находится все то, что необходимо для снаряжения 410 калибра. Вот точно так же. Инструкция, комплект, все написано, что для чего. Это мы читать не будем. Кому интересно, когда купите, вот все здесь написано и в рисунках показано, как что делается. Так, вот основной момент. Это тот же самый шток, как на 16 калибре было.
А, забыл сказать. Вот эти детали мы, точнее, вот эту деталь мы от 16 калибра оставляем, не убираем его. А вот это можно даже выкинуть, он вообще вам не понадобится. Так. Вот что нам нужно. Так, дальше. Сейчас я привинчу сюда его. Дальше покажу, как все работает. Вот на это посадочное место устанавливаем вот специальный здесь паз, вырез. И вот, вот сюда устанавливаем. И с обратной стороны эту гайку закручиваем. Можно сильно натянуть, можно и так слабо оставить. Вот этот шток имеет диаметр 10 миллиметров. Сюда отлично подходит и пластиковая, и стальная гильза. Дальше. В зависимости от операции, которую надо выполнить, мы ставим вот эти насадки. Их всего должно быть три. Вот эта насадка черная с иглой. Как вы, наверное, уже поняли, насадка сделана под стальные гильзы, чтобы выбивать капсулят типа центробой. В моем другом видео по снаряжению патронов я показываю, как это все делается. Этот насадок уже, как я говорил, для извлечения гильз, типа живевал из пластиковых гильз. А эта насадка для того, чтобы устанавливать капсуля. Разницы нет, центробой и живевал. Стальные и пластиковые одинаково. Вот используется вот эта насадка. В комплекте также идет запасная иголка вот сюда. Если у вас она сломается, то здесь с этой стороны есть резьба шестигранником накрученная, и она держит вот эту иглу. Выкручиваем и ставим вот эту. Если даже это сломается, можно без проблем использовать иголку от швейной машины с ушком, которая с дырочкой. Идеально работает. И последняя деталь – это завальцовочное кольцо для стальных гильз. Я, честно говоря, советую этим же кольцом вальцевать и пластиковые гильзы. Не нужно его закручивать вовнутрь, как это делается в заводских патронах. Этого вполне достаточно. Внутри он имеет конус вот такой. И вот это отверстие можно расширить, сделать так, чтобы снарядить такой патрон, как я снаряжаю, наверное, вы видели, с торчащим носиком пули. Вот весь комплект под 410 калибр. Вся операция делается здесь. Вот эта сторона для установки капсулей. Вот она надавливается. Ну, мини-пресс станок получается. А эта сторона вот гнездо для выбивания капсулей. Когда мы надавливаем, капсуль выбивается и остается там внутри. Потом она отсюда выпадает, когда мы в сторону делаем. И еще один совет. Не стоит вот на эту ручку сильно надавливать. Так как она очень слабая, из мягкого металла сделана, она прогибается очень легко. Не нужно сильно надавливать, просто одно такое небольшое усилие, и все, гильза, капсуль сам вылетает. Вот, надеюсь, после этого видео вопросов не будет. А то мне часто задают один и тот же вопрос, какой инструмент, какие приспособления нужно купить под 410. Вот он весь комплект. УПС и отдельно вот этот набор. Цены уточняйте на сайтах. Там по-разному может быть. Цены иногда поднимают, они иногда понижают. Всем пока. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся и пишем комментарии.